Вот там Женя, изобретатель, все там показывает. Вот набор головоломок. Я так понимаю, что они разъединяются, а потом соединяются. Это вот для любителей поломать голову. Как раз вот эти вот штуки и создаются. Вот эту я умею одну из них разъединять, а остальное сори. Вот теперь будут наборы по 5 штук. Ну вот это самая простая, на мой взгляд. Надо разъединить, а дальше я не знаю.